Кемал Бабай, дедушка Кемал, карадагская легенда. Не искал почета, не искал золота, а искал правду. Когда увидел, ушла правда, тогда умер Кемал Бабай. Сколько лет было Кемал Бабаю, не знали. Думали, что, может быть, 200. Он жил так долго, что вся деревня стала родней. Он жил так много, что дряхлое ухо не различало шума жизни, а глаз перестал следить за ее суетой. Иногда о нем забывали, и только когда весеннее солнце заливало золотом лучей вершины Карадага, вспоминали, что он жив. Опять идет на гору. Кемал Бабай шел, чтобы омыть лицо весенней струей из родника. Навстречу неслись гимны аромата цветов, легкий бриз играл, лаская землю, радость бытия наполняла существо. Кемаль Бабай прислушивался к доходящим ощущениям и в них искал себя. Старый, дряхлый Кемал Бабай, ноги которого еле двигаются и руки с трудом поднимаются для молитвы. Ты ли тот самый Кемал, который в бурную ночь плыл между скал к кораблю, чтобы предупредить об опасности? Смелый Кемал, не боявшийся самым сильным и богатым говорить в лицо слово правды. Кемал, которого изгнали из 9 стран, ибо кто говорит правду, того изгоняют из 9 государств, как потом стал говорить народ. Катилась жизнь твоя, Кемал, как бурная река, пока не нашел приюта в бедной деревушке. Кто знает Коран лучше мулы, кто понимает арабскую книгу, кто побывал в Мекке и Стамбуле, тот мудрый человек. А мудрого человека не тронут в деревне. И вот долго живет Кемал под Карадагом, много весен прошло, и каждую весну идет на гору к ручью, где делает на дереве зарубку. Потом сочтет, сколько лет ждал правду на земле, потому что все ждет ее чистый духом человек. Так думал Кемал Бабай, спускаясь в долину, когда вечерняя синева бежала по склонам вслед за уходящим светом дня. Так шли годы. Много уже зарубок на дубе до ветвей дошли. И вот пришло время зноя, какого не знали раньше. Солнце выжгло траву, иссушило лист, вымерли ручьи, воздух жег дыхание. Молились в мечети, спрашивали Кемал Бабая, что будет? Покажется месяц, пойдет дождь, землю зальет, горе будет. Ждали люди. Сверкнул серебристый серп на безоблачном небе. Не похоже было на дождь. Плохой пророк Кемал Бабай. Но за ночь набежавшие тучи потушили огонь звезд. Блеснула разгневанная молния. Загрохотал перекатами по горам гром. Понеслись по земле странные голоса. И диким ревом загудел ливень. Не было еще такого. «Правду», — сказал Кемал Бабай. Испугались люди. «Горе будет», — сказал. И настал ужас. Хлынул на деревню бешеный поток с гор и унес в море всех, кто не успел бежать. Обезумел богатый Велли. Клялся все вернуть, что отнял у соседа. И дом, и сад, если найдется дочь. Старый Муслидин умолял помочь ему все долги простить. И было чисто сердце у них. И вспоминали имя Аллаха, даже кто никогда не произносил его, ибо было горе кругом, и не надеялись на себя. Молились в мечети, ждали, что скажет Кемал Бабай. Как в арабской книге читал Кемал Бабай в их сердцах, знал, что думали, и казалось ему, что стала близка правда. Вышел на крыльцо, посмотрел туда, где завернулся в облако Карадаг, чудился ему свет зеленый, как чалма пророка. Смотрели люди, не видели. Прислушался Кемал Бабай. Сверху, с неба ли, с гор неслись радостные голоса. Слушали люди, не слышали. А через день там, куда глядел Кемал Бабай, засверкал солнечный луч. Прошла беда, пришли в себя люди. Многих не стало. Взяли себе соседи их землю и благодарили Аллаха, что не их постигла гибель. Почувствовал Кемал Бабай, что убегает правда, и начал корить людей. Больше всех обидел бедных, как тибетский мурзак, больше всех корил его, запретил деревенским ходить к нему.
А когда иные пошли тайком, отвернулся от них в мечети. Кто с вороном пирует, у того не бывает чистого клюва. Растерялся Мурзак, не знал, что делать. Достал из сундука кисет с червонцами и понес ночью к Кемал-Бабаю. Не срами только. Швырнул червонцы Кемал-Бабай, уходи. Упал Мурзак перед стариком, стал просить. Скоро умрешь, на всю деревню сделаю поминки. На могиле столб с челмой поставлю, много денег дам и мамам. Скажут и мамы, Кемал-Бабай был святой, Кемал-Бабай азиз. Все сделаю, похвали людям меня. Понял Кемал-Бабай слова Мурзака, отвернулся от него. Закипел гневом Мурзак, как ужаленный, бросился на старика и начал бить его. «Скажи, что сделаешь, как хочу, или убью тебя». «Убей!» – хрипел Кемал-Бабай, переставая дышать. Пришли на утро люди и увидели, что умирает Кемал-Бабай. Ничего не сказал, что случилось с ним. Знал, что не нужно больше корить Мурзака. Знал, что ночью за ним мог Мурзак и больше жить не будет. Спросили люди, не надо ли чего и где схоронить его. «Там, где упадет моя палка». Вероятно, бредит старик, думали. Но, собрав последние силы, поднялся Кемал-Бабай, перешагнул порог, бросил кверху свою палку, зашатался и испустил дух. А палка высоко взвелась к небу и полетела на Карадаг. Побежали за ней и нашли у ручья. Там и схоронили святого. И схоронив, сосчитали, сколько было зарубок на дереве. 99. Решили, что было Кемал-Бабаю 100 лет, и сделали сотую. Настало хорошее время, горы покрылись зеленой травой, быстро оправились тощие стада, не возвращались на ночлег домой, ночевали в горах. И по ночам чабаны видели зеленый свет на могиле Кемал-Бабая. Посылал мулла проверить, сказали, что правда. Уж не в самом ли деле азиз Кемал-Бабай. Ждали чудес, и случились чудеса. Из Атуз, Коз, Психора привозили больных, многим помогало. Тогда имамы объявили Кемал-Бабая азисом, и немощные стали приходить со всех сторон Крыма. Приходят и теперь, привозят больных из Алушты и Ускюта, из Акмечети и Бахчисарая. Говорят, всем помогает, кто приходит с чистой душой. Всю жизнь искал правды Кемал-Бабай. Кто придет к нему с правдой, тому поможет он. Потому что Кемал-Бабай – азиз, святой.